опять. Мне повернуть надо. Да, соблазн велик, но мне направо. Даже если будет какой-нибудь приличного размера файл с продолжительностью в хорошем качестве, скачать уже невозможно, потому что в прошлый раз на 24% оно просто включалось. Нет, никак мне на это не удалось. Прочитал официальную документацию, там сказали, что надо вставлять SD-карту. Посмотрим, как камера компенсирует тряску. Надеюсь, что неплохо. Но не идеально, конечно. Надо посмотрим. Северный свет. 20 секунд, я еще назад вернуться успею. Уже по написанию американцы. Там, блядь, они что ты, Аарон, бредишь? А, гелик. Проезжая часть не видно. Так, ну, ведь я вгонять не стану. Блять, это уже упал. Ну ладно. Почему так придумал? В Москве ставишь шлагбаумы. Типа это твой двор, что ли? Тут так места нету, хозяин жизни. Здесь надо плавить. Отвечаем сейчас.